мой взгляд, проблема совершенно надуманная. Все, что сейчас говорится, людям, которые занимаются этой проблемой, было прекрасно известно еще лет 20 назад. Ничего нового не появилось. То, что за нами тотально следят, это уже происходит несколько десятилетий. Просто технические средства реализации этого проекта, они возрастают. Американцы в настоящее время, имея техническую возможность снимать до 98% всей информации, которая, скажем, весь нас интересует больше наша страна, которая проходит в России, причем через свои центры в Швеции это до 90%, остальная часть информации снимается с помощью, так сказать, других технических средств, спутниковых и так далее. И практически мы находимся под полным колпаком у них уже в течение, ну, на мой взгляд, как минимум полутора или двух десятилетий. Все, что проходит через интернет, все, что проходит через стационарную мобильную связь, все это абсолютно открыто для всего мира.